Попробовать знаменитый ярославский изразец на вкус теперь можно. Совместные проекты Ярославского музея-заповедника и ресторана «Ванильное небо» трапеза по-ярославски запустил новый мастер-класс по приготовлению шоколадного изразца. В декорациях выставки из рук шеф-кондитера ресторана гости получили настоящие шоколадные сувениры. От оригинала эти изразцы отличаются лишь цветом и всегда будут напоминать гостю земли ярославской о нашем городе. Мы подумали, что если человек приезжает в другой регион, то прежде всего ему интересно узнать культуру, историю этого района. А изразец – это все-таки наш исконный промысел. Ярославский изразец, он потому и называется ярославский, потому что он является брендом нашего региона. И вы, все те гости, которые приезжают в наш город, в нашу область, могут наблюдать и любоваться изразцами, которыми украшены наши самые известные церкви.